Всем привет! И в этом видео я буду распаковывать первый сингл-альбом Kiss of Life, Midas Touch. Плюс у меня здесь есть еще маленькая заказочка от Apple Music. И я очень надеюсь на Джули либо Ханыль. Но мы ее посмотрим в самом конце, а сейчас мы перейдем к самому альбому. Это мой первый альбом у девочек, и, как я думаю, вы уже поняли, мои бесы Ханыль и Джули. Kiss of Life не является моей мейн-группой, которую я собираю, но я собираюсь поддерживать все следующие камбэки и по чуть-чуть что-нибудь-то и собирать. Вот. Потом конвертиком мы перейдем в самом конце, а сейчас сам фотобук. Сразу начинается такая красота. А я думаю, это и такой божественный концепт. Мой любимый в этом альбоме. К тому же мне очень нравится это розовое оформление. И вживую оно чуть более такое красно-розовое и более яркое. Боже, я очень... Об этом несколько попозже, но... Вот. В этом альбоме мне очень нравятся концепты и также оформление, именно поэтому в этот раз я все-таки решила его купить. Этот концепт мне немножко напоминает у них таких куколок, особенно Ханылька. Мне очень нравится эта черная платьишко и вообще этот образ с макияжем. А это уже больше напоминает оно. Я буду очень рада услышать от вас в комментариях, какой концепт или какой образ, какой девочки вам больше всего зашел. Боже, она... Белли вообще такая актриса. Мне очень нравится, как это выглядит. И вообще, я безумно люблю такие любовные концепты. Хоть в самих фотобуках, концептах, либо в музыкальных видео. Мне кажется, у хип-попа в этом плане всегда есть какое-то чутье, и они очень хорошо его реализуют. Вот. А это просто шикарнейший концепт. Я безумно хочу, возможно, собрать всех девочек четырех, но сейчас я молюсь за вот эту вот Джули всем, чем могу. Это вы не представляете, насколько сильно я хочу. Вот такая вот прекрасная красота здесь. А плюс здесь немножко отличается цветокор, и он, я думаю, вы заметили, может быть, здесь чуть меньше, но он такой более теплый. И все они очень красивые. Ханыка как маленький ангелочек. Ну, боже. Я заметила, что девочки становятся более популярными. И поэтому я надеюсь, что, возможно, здесь в этом видео будут их фанаты, Кисси. Для меня это звучит странно, но, может быть, у вас есть либо любимые песни у девочек, либо любимые девочки. Может быть, есть кто-то, кто их и собирает. Было бы очень приятно слушать и узнать вас. И этот концепт для меня был каким-то шоковым, потому что я вроде не видела с ним концептных фото, я увидела их буквально там уже в день или за день дебюта, я не знаю, когда. Но вот это очень круто. Это... Вау. Так, я бы очень хотела такой... Я вспомнила слово, это прекрасная раскадровка. И тут есть даже несколько кадров, которые, мне кажется, мы так не увидели. Думаю, как минимум вот этот. Возможно, этот. А еще этот я, честно, не помню. И вот этот, и вот этот. Я не помню здесь головы, но... Вот Джули. Красотки. Вообще,
очень-очень крутая идея. Визуально это смотрится очень круто. И также, думаю, всем интересно. Вот. Здесь песенки. Что я могу сказать? Нафиг. Я не могу сказать, что он мне зашел. Но я не могу сказать, что мне не зашел. Это какая-то баллада, которая, ну, правда, бесает. Ну, как-то просто так у меня пока что не возникало желания слушать. В отличие от заглавки. Заглавка — это нечто. Возможно, мне надо ее просто еще побольше послушать, чтобы наконец-то в нее вникнуть. Это прекрасные юнитные фото. И да, в юнитку я очень хочу вот этих двух малышек. Вы просто не представляете. И эту фотку я сегодня утром видела на Пинтересте, и это просто нечто. Такая красота. К сожалению, я не взяла ни одной дешевой версии, и мне придется в любом случае докупать карты в этих образах. Но я очень сильно надеюсь. Вот. Это, думает, именно так, где нам нужны были головы. Но я рада, что мне все-таки не сделали эти головы. Вот эту карточку я уже купила. Я надеюсь очень сильно, что она мне не выпадет. Хотя теперь я думаю, что она мне выпадет. А вот здесь мне очень нравится это платьишко на Ханель. Мне очень нравится произносить ее имя. Вот. И это даже не до платьишка, это больше такой длинный, длинный платье-топ. Мне было бы интересно такое поносить. Вот. И девочки такие модельные, модельские. Хотя, думаю, вот этот образ мне уже как-то чуть поменьше нравится. Ну, или, возможно, он, наверное, просто чуть более просто смотрится. Хотя я сейчас смотрю на ногти Ханель. И на этот ремень Нэти. Они очень даже интересны. Ну, если присмотреться к образам, можно много сказать, но как одно большое целое... Вау. Просто вау. Этот топ мне вообще напоминает бабочку. И ей очень идет этот образ. Я, кстати, опять недавно попала на какую-то сторону тиктоков, где она с ее шоу, с тех шоу, где она пыталась попасть в группы, но у нее ничего не вышло. Но она там появляется, это так мило. Вот и Белль тоже. Я посмотрела кредиты, сколько у нее кредитов к песне. И да, можно сказать, что для некоторых это немного, но вообще, в принципе, для айдола, который дебютировал год назад в группе, это правда нечто. Вот это тоже очень красивый юнит. Мне... Я плачу, потому что вот в этих образах не было никаких фото, я была просто счастлива. Вот. Я уже сейчас думаю о том, что поставить нам обложку, и я не могу. Ой, ё-моё. Это слишком. Это все. Это нет. Говоря об обложках. Здесь очень такой красивый нарисованный дизайн. Я, правда, потом посмотрю, кто их дизайнер, потому что это, ребят, это просто. Вот. И здесь у них, я так понимаю, всех какие-то свои виды сердец, которые подходят к их концепту. Боже, я так рада, что здесь есть вот эта фотка, потому что это, блин, нечто. Хотя я думаю, что здесь вот именно на этой фотке видно немножко халтуру с ее волосами. Но, блин, это все равно очень круто. И в самом видео это смотрелось шедеврально. Вот, этот образ павлина мне тоже очень зашел. Мне очень нравятся эти детали. И вообще оформление этого наряда в клипе, опять же, мне кажется, смотрелось еще более эпично. Но и здесь тоже... Очень-очень-очень. Да, извините, я хоть и распаковываю часто альбом, но я все еще не права там. Вот такая вот здесь малышка. Ну и что ж. Боже, ладно. Это такой крутой концепт. Я думаю, я бы собрала всех. Проблема лишь в том, что Джули, я думаю, немножко не сочетается с остальными, но это сердечко. Боже. И тут еще внизу такой черно-фиолетовый. Мне очень нравятся эти колготки. А на эти у нас здесь просто bad girl vibes через все здесь.
еще эти ногти. Эти ногти. Вообще, вы видели эти ногти в клипе, чтобы мы оценили этот торт? Я так думаю, на этом все с фотобуком. И здесь идет какой-то DIY. Я так понимаю. Так, это у нас скорая помощь, телевизор. Я думаю, они нам предлагают что-то вырезать из альбома и собрать, но кто будет вырезать из альбома, тем более, я думаю, что это очень крутое оформление. Вот. You see. Вот эти головы мне очень напоминают альбом Stray Kids Aim Not. Там кто-то тоже так делал. Но... Вот. А, и вот вторая партия. Так, кто это? Подождите, там была Джули, это Нэти. Это кто? Это серьезно, это какой-то... Ретто с черного или еще что-то похожее. А, то есть у каждой девочки по две головы. Интересно. О, как я сказала, оформление очень крутое. Здесь еще даже есть сварки. Мне кажется, они прям запарились. И ханы. Очень красиво все абсолютно. И мы подошли к концу. Последний у нас вот такой вот диск. И давайте наконец-то... Хотя. Вот такой вот задник. Это просто нечто. Прекраснейший задник. И с таким же... С этим же фото у меня есть плакатик, который мне пришел в предзаказ к этому прекрасному альбомчику. Возможно, я его вам ставлю, но если нет, просто значит, что это именно это концептное фото. Ну, а вот теперь уж точно времени вот этого прекрасного конвертика. Я надеюсь, что там все лежит вниз головой. И я сейчас себе ничего не проспорю. Да, моим dream нападением, думаю, была пьюнитка Джули и Бэйл, а также карта Джули, где она в образе такой, так сказать, богини. Боже. Ладно. Давайте уберем карточки. А то я боюсь, я уже знаю, кто это. Мне казалось, здесь было что-то с таким сердечком. Похоже на это. На что-то похожее, что делали Unhypen у себя в альбоме. Но в любом случае, давайте перевернем. И это Бэйль. Это сердечко Бэйль. Хотя бы это я получу. Вот. И здесь у нас стикеры. Да. Абсолютная красота. Я бы хотела, наверное, еще чуть побольше этой ноты. Ну, что есть, то есть. Итак, давайте теперь смотреть карты. Так, ладно. Почему вы все подписываете? Ужасные люди. Думаю, можно уже понять, кто здесь. И это Джули Нэти. Хотя бы Джули, но не та, которая мне была нужна. Вот, но... Я просто молюсь всем богам, что смогу обменять этих красоток. И второе, это Ханыль, боже, предчувствую. Это та карта, которая мне нравилась. Блин, ладно. Не буду ее продавать, как думала изначально, но... Что мне теперь делать, я не знаю, потому что у меня вроде как был сетап на Джули, но мы посмотрим. Вот такие вот две прекрасные карточки, и давайте не будем забывать про мою прекрасную предзаказку. И это у нас Джули, не знаю, Джули ручка, что вам еще сказать. Ну, честно, я могу сказать так, что мне Apple Music не очень зашел, и, возможно, я все-таки буду ее продавать. Но пока что я очень рада выпадениям,
Ладно, не очень. Но я очень рада падению этой ханы. И... Да, давайте я закончу. Скажу спасибо вам огромное за просмотр. Если вам нравятся другие девчачьи группы, или если вам нравится Stray Kids, пожалуйста, загляните на мой канал. Там есть видео по этой тематике. И также я думаю, что скоро я выложу организацию Биндера, куда вы тут вот эти вот карточки. Да. Ну что ж, я с вами прощаюсь. Всем приятного настроения, хорошего дня. Всего самого наилучшего. Пока-пока!